Вопрос о закупке сотен миллионов кубометров российского газа дополнительно стал главной целью визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярта в Россию. В прошлом году Будапешт подписал с «Газпромом» долгосрочное соглашение, рассчитанное на 15 лет, благодаря которому обеспечил себя одни из самых низких цен на топливо в ЕС. Закупка еще 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже подписанным контрактам необходима для обеспечения энергетической безопасности страны в ближайшие месяцы. По словам Сиярта, в настоящее время у Венгрии нет возможности купить эти объемы газа где-либо еще, кроме как в России. Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что эта просьба будет рассмотрена. Полномерно реализуются проекты в области экспорта российских углеводородов. Интересам наших стран в полной мере отвечает выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России в Венгрию, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена. По данным МВФ, экономики Венгрии и Германии больше всего в ЕС зависят от поставок российского газа. Дефицит поставок может привести к падению венгерского ВВП более чем на 6%.